Вот он, наш МКСик. Вижу тебя, родненький. Четвертое мая 2021 год, Харьков, 3. Убежал. Ну, он как раз сейчас надо мной пролетает в зените. Невозможно при таких увеличениях его удержать. Так что я дам ему спокойненько пролететь надо мной. И попробую прицелиться, когда он будет на восходе. Горизонту опускаться. Все. Вот это вот. Чётенько у меня над головой. Где ты? Вот он ты. Ну, очертания солнечных панелей видны чутко совершенно. Да. Попробуй тут замерить и не шевелиться. Надо же, выпустил, да? Вот он ты. Вижу тебя, вижу. Уже очень низко над горизонтом, но все еще вижу. 27 тысяч километров в час летит наш спутничек. На высоте 400 километров. Так, судя по тому, что он мигает, это он уже за деревья прячется. Ну так и есть, все. За ветки деревья ушел. Хорошо, у нас тут еще есть небольшой бонус. Встающая луна, Юпитер и Сатурн. Помимо шквального ветра, который к бонусам не относится. Вот, чуть попозже сниму уже луну. Встающую в лучшем качестве, но сейчас видно, что она буквально еще горизонта касается деревьев.
попробую еще прицелиться. Вот это самое, Юпитер и Сатурн. А пока линия терминатора. Нашей красавице, нашему вниманию. Да, резкость не наведешь, потому как слишком уж низко над горизонтом. Да, спрашивали в комментариях, что можно разглядеть на Луне при таких увеличениях. Вот кратер Платон кругленький. По-моему, это он. Он аккурат 100 километров в диаметре. То есть все это сопоставляете, что можно видеть. Разве что какие-то 5-километровые объекты. Вот красота. Так, пошли к Сатурну. Сатурн уже повыше. Настройках светочувствительности. Не особо получается. Ну пошли на Юпитер. Юпитер у нас сейчас хорошо на него ориентироваться. Рядом фонарь горит. И вон у нас же я его в кадре вижу, Юпитер. Наверное, не буду я фиксировать камеру, просто обозначу вот так нашего красавца. Спутников пока все равно не видно. Вот это наш Юпитер. Я раздвинусь из камеры. Так, где у нас? Вот у нас Луна, вот у нас фонарь. Неужели ж не попадем в Юпитер? Он четко над этим фонарем, ой, Сатурн, рядом с Луной, правее Луны. А вот он, Сатурн, все увидел. Все будет у нас комплект. Юпитер, Сатурн, Луна, МКС. Юпитер. До Юпитера 1 481 000 000 километров. То есть до Сатурна 1 481 000 000 километров, до Юпитера 781 000 000 километров, тоже 81 присутствует. А до Луны 383 000 километров сейчас. Ну и все. Возьму, наверное, сегодня с собой на смену штатив и фотоаппарат и зафиксирую наши объекты съемок повыше, когда они будут над горизонтом, лучше их будет видно. МКС уже не будет, к сожалению, будет слишком светло, то и она будет, но ее не будет видно из-за слишком яркого неба. А вот Сатурн и Юпитер, думаю, еще смогу я зафиксировать. Ты ж моя красавица, лопатулечка, лунулечка, так... 3.58 по Киеву в Харькове, 4 мая 2021 года.